Ребята, 2 часа ночи, 2:05, а мы все сидим. Народный кастинг продолжается. Пожалуйста, мы продолжим. Уже какая сотня участников, я не знаю, но много. Учиться, набраться опыта и приходить, потому что иначе тебя просто все эти... Как массанты, мастодонты просто раздавят, растопчут. Ты должен немножко поднабраться вокальные силы и приходить позже. А так, молодец, что не испугался, молодец, что пришел, все сделал. Мается, а наши боты будто каждый вечер пятница. Одной улыбкой разбиваю сердце, но она просто любит засыпать и танцевать одна. Ты закрыл глаза, улыбается, все смотрят на нее, и ей это нравится на сумму. Сочи! Ну, мы только закончили. 2:40 ночи. Мы только закончили кастинг. Друзья, не приходите больше на кастинг в других городах. Не надо! Не надо! Просто минут 15, я не понимаю, как мы всех осилим. Так, да. Потому что количество заявок, количество людей просто невероятное. Но я шучу на самом деле. Спасибо, что вы приходите. 7:40. Очень талантливые люди. Сегодня. Ну, через 5 часов нам вылетать уже в Екатеринбург, где послезавтра пройдет еще один кастинг. 5 часов сна и самолет. Ну, спасибо, Сочи. Это было круто. Сколько мы сели? Часов 12? Слушали 12 часов. Ну ладно, это того стоит. Сколько классных людей талантливых. И получится аж не одна, а две передачи, я думаю, в Сочи. Ох, потому что всех в одну не вместить. Мы бодры, веселы. Мы уже выезжаем в аэропорт, чтобы лететь в Екатеринбург. Екатеринбург, встречай нас спать. Так, ну мы в Екатеринбурге, мы долетели, доехали. Люблю Екатеринбург, люблю этот город. Красивый, современный, вкусные рестораны, есть места, куда сходить, погулять. Так что сегодняшний день, остаток дня, буду уже отдыхать, а завтра продолжение нашего замечательного кастинга народного, и в этот раз он пройдет в Екатеринбурге. Так что ждем всех, записывайтесь, регистрируйтесь заранее, там уже и правда несколько сотен заявок, не знаю, как мы всех прослушаем. Время ограничено завтра вечером, до вечера. Так что, ну посмотрим, как будет. В любом случае, мы тут.